Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня мы с вами поиграем в шутер под названием Cycle. В общем, это обучение. Мне сказали, нужно взять какой-то контракт. Не успела записать титр, конечно, она была офигенно красивая. Я бегу взять какой-то контракт. Middle mouse button, чтобы использовать сканер. То есть мне еще дальше надо. 40 метров прямо. Мы найдем наш сканер. Перед вами вельцедит. Это минерал. Пробивается из-под земли каждые несколько дней. Вызовите бур для разработки этих залежей. Хорошо. Где мой бур? F для бурения. А, понял. Итак, бур начинает бурить. И монстрики повылезали. Я так понял, пострелять надо, да? Ой, суки. Щука-щука. Так, нормально, сейчас все будет. Ладно, не с ними с два. Что? А типа я должен сейчас собрать. В общем. Хорошо, где-то рядом есть еще один залежи вот эти. Учтите, что чем крупнее месторождение, тем сильнее монстры. Ой, монстрики. Как там сканер-то вызывать? А вон он. Что, типа, я должен... Что я должен делать вообще? Так, где монстрики? А если зажать просто? Не, нельзя зажимать. Еще где? Где-нибудь еще есть? А, вон внизу. Нормально. Сука! Сейчас мои залежи сломают. Все сломают все мои залежи. Патрончик кончился. Не трогай мои залежи, слышь. В принципе, целиться. Можно не целиться в него. Можно так стрелять. Спасибо. Спасибо. Собрали. Контракт на добычу мира выполнен. Первое очко победы. За выполнение контрактов и уничтожение вражеских существ вы получаете деньги, которые можно тратить. Деньги за выполнение контракта хватит, чтобы купить новую пушку. Г. О, Г. Нормально. Сколько у нас денег? 1000. Прикольно. Кого возьмем? Базилик? Гуаранте или Кор? Мне базилик нравится. Давайте возьмем. Блин, тяжелая турель есть. О, хочу ее. Что, берем базилик? Падает такая хрень. И мы берем базилик. Да? А пушки менять можно? Можно. Хороший выбор, качество и мощность заметно повышают шанс кого-то убить. Короче, сказали, иди дальше, чекай свою мапу. Чекаю. Дальше это куда? Сколько дальше? А, там чтоб карту, окей. Вот туда мне надо идти. Я могу точку поставить? Ладно, точку походу не могу ставить. Собирайте биомассу. Что такое биомасса? Это вот это? Не? Не. Ладно, видимо, что-то там дали, это биомасса. Так, мы добираемся до... Там что-то есть. Ёб твою мать. Что за говно я взял? Где мой пистолет? Пожалуйста, верните. Ё-моё, сейчас я биомассу из меня соберу, ты понимаю. Я ни в чем не виноват, ребята. Это все не я. Я не хотел. Убитые цели контракта охота составляет. О, я сейчас уеду. О, бля, о, бля, о, бля. Понимаю. Так, я что-то должен собирать. Биомасса — это вот эта вот хрень, походу, да? Когда убиваешь кого-то, что-то собираешь с них. Понял. Понял. Я так чувствую, не биомассу соберут, а меня соберут на этой биомассе. Что-то летит, блядь. Давайте возьмем пушку нашу. Нормально. Биомассу собрали. Хорошая работа. Вы выполнили очередной контракт. Пизды не отгреб, это да, не контракт я выполнил. Мы рассмотрели всего два примера контрактов, но поверьте, вас ждут другие, не самые простые. Окей, двигайся к большой платформе. Иду.
На поверхности вы конкурируете с другими искателями. Большинство из них откроют вам огонь. То есть те, кто готов заключить пакт. Имитация другого искателя. Попробуйте заключить пакт. Т. Заключить пакт, вы будете вместе получать награды. Не сможете ранить друг друга. Два ствола лучше одного. Но за это вы расплатите потери щитов. И помни, что пакт может разорвать любая сторона. Угу. Прикольно. Что-то мне уже не нравится эта штучка, которую я взял. Началом цикла и приближением бури за искателем прилетает шаттл, чтобы забрать выживших с планеты. Шаттл? Где мой шаттл? В общем, шаттл сюда придет, да? А чё, нельзя? А чё мой коллега не стреляет? Почему я один стреляю? Я буду стрелять пистолетик, он скорострельный, когда я на него тыкну. Нормально, пойдет. Шо, ну приземляйся уже, забирай меня. Или я должен сюда прийти? Дочистил я платформу, уже никого здесь нет. Ну? Эвакуатор, садись. Тут все чисто. Все нормально, я все проверил точно. Давай. Ну шо? Ну шо ты тупишь? Я гора. Очисти платформу. Ну тут же никого нет. Кого я должен очистить? А, вот он бегает, да? А чё, он упал, типа? Нормально. Все теперь? Нормально, игра залагала. Чел спрятался, а я, значит, должен что-то очистить. И выполняйте контракт, убивайте монстров, устраняйте соперников и улетайте. Все просто. Все просто. Все. Неплохо. О, я победитель. Ну, чувствую, сейчас игра начнется, я буду этот, кто-то, блин, у кого. У каждого свое мнение, не надо. Вон тут даже чатик вообще есть, прикольно. Отправиться на станцию. Давай на станцию поехали. Отправляемся на станцию и начинаем. Билет фортуны. Шторм. Хейзерс. Не, Чейзерс. Ну ладно, оценить. Я готов оценить. В общем, это я, походу, такой сочный, красивый. Окей, ладно. Давайте просто начнем. Просто возьмем и начнем. Вернуться. Да все. Не хочу я с ним быть. О. Это что, я в лобби, что ли, или что? О, это задротики. Это ж такие же, как я, задроты. Здрасте. Митиндой. Здрасте. Ну, смотрите, какие прикольненькие мужички тут. Журнал заданий. Вот еще задание можно брать. Оу. Нормально. Здрасте. Где начать схватку с монстрами? Так. Что я, конечно, подлагиваю, учитывая, что мой калькулятор подлагивает. Здрасте, можно начать? Здесь нет? Нет? О, начать матч, вон терминал. Все, я готов. Смотрите, как красиво там. А, я должен сюда подойти, да? F. Одиночно. Один хочу быть. Хочу быть один. И игру можно бесплатно скачать в Epic Store. Она бесплатная. Вот, так что качайте, играйте на здоровье. Кому нравятся такие игрульки. Вот. А мы начинаем. Написано расчетное время 17 секунд. И так, собственно, меня отправило в лобби. О, какие здесь людишки. Людишки приехали на этом? Не. Начало через 47 секунд. Так вот лобби выглядит. О, нифига себе, смотрите, как можно, да? Я не знал, что если на пробел нажимать, можно долго прыгать. Вы знали? А я не знал. Я какой-то Королёв. Может быть, я этот Королёв, который космонавт? Который ракеты строил? Нормально. О, это карта, да? Все, я готов. Начинаем. Пацаны танцуют. Нормально. Битва. Интересно, как начнется все, типа... Дверь откроется, мы прыгнем или что? Или мы полетим где-то, или что мы будем где-то вообще делать?
Я готов. Ебать. Понял. Понял. Итак, я сижу в какой-то хрени. Смотрю в окошечко. Мы падаем. Приземляемся. Мы горим. Мы приземлились. Дверь открылась. И я где-то вышел. О, новый контракт available. Окей. Нормально. Так, контракты где-то... Вот, 57 секунд. 57 метров рядом. Рядом нормально. А сколько человек вообще в лобби, типа? Интересно. Ничего не понял, что она сказала, но... Где? Блин, что там ледяное такое? Что-то нехорошее. Блин, да вы так много болтаете, что я не готов. Что, все, не? Или сколько еще ждать? Готовы к сбору. Для сбора, да? Все нормально, я готов. Все в порядке. Где-то еще был рядом. О, что такое? Нормально. Так. 130 метров. 100 метров, 128. Вот там стреляют уже. Наверх не пойдем. Пойдем, где он там, 86 метров. Туда пойдем. Магазин $90. $90, к сожалению, ничего не купишь. Только лицо себе сломаешь. Так, где тут? 17 метров. Вот, тут уже... Тут кто-то уже играет, походу. Ух ты, сука. А. Ага, все нормально. Нормально, не все. Блин, я хоть записываю вообще все это. Блин, а че я так активно сюда бежал? Типа, здесь что-то было же. Ага. Так, нужно осмотреться. 99 метров наверху. Ага, пошлите наверх, короче. А, 156 денежек. Тоже лучше. Это уже лучше, чем ничего. Здрасте. Стреляем. Фармим. Полевой костюм, что-то там. Не успел прочитать, бляха-муха. Так, убил. Перезарядить. Кристаллик. Кристаллик бахнули. Заберемся наверх, посмотришь. Сверху что происходит. Так. Ничего не происходит, никого нет. А, есть. Так, наверху. Высоту держим. Бля, там что-то очень много всего. Что-то хорошее, видимо. Открыл. Как они говорили, обычно много монстриков там, где что-то серьезное. Так, все нормально. Все готово. Нормально. Ага, контракт выполнен. Так, контракт выполняем. 60 метров. Там что-то происходит, пошлите посмотрим. Так, говноеда, здорово. Минус один говноед. Грибок. Грибок второй минус. 300 монет. Бля, было написано, что у меня 500 монет осталось. Но почему-то... Там 88 метров. Блин, а в этой игре вообще зона сужается там или что-то такое? А то, может быть, я... Типа, в чем смысл игры? Я так могу вечно контракт выполнять. Тихо. Опа-опа-опа. Тихо-тихо. Поехал, да? Кто-то едет. Так, перезарядились. Ищем. Ищем. Готово, готово, готово. Блин, ну знаете, ну фармить типа играть я могу вечно, это же я. Так, что-то нормально все? Можешь забрать? Готовы к сбору? Нормально. Так, у меня уже дофига денег, кстати. Че, я не могу ничего собирать? Что там? 400 метров, 88 гриб идет. Пойдемте на гриб. $500 у нас есть.
Могу купить автоматик. Автоматик взять за 200. Бля, где гриб? А, во. Нормально. Что нам за гриб еще дадут? Ты знаешь, что, что с грибом? Так, 400... Что вообще делает вот эта вот Wi-Fi вышка, допустим, нарисована, которая... Ладно, побежали к ней. Давайте посмотрим, что там я. Я все-таки не просто так же играю, правда? Надо узнать, что там происходит на этой Wi-Fi вышке гребаной. Где-то стреляются, перестреливаются. Нам нужна Wi-Fi вышка. Опа, где-то внизу. Опа, нормально. Искали Wi-Fi вышку, нашли бурению. Сейчас как подбурим. Опа-на. Вот это я говорю, я приключение найду. Куда-то нельзя отходить, говорите, нельзя отходить. Да, сейчас я отойду, куда нельзя. Нормально все. Что, тебя застрелили, да, брат? Нормально все. Опа, на, смотрите, пацаны идут. Пацаны, здорово. Ой, пошел от моей ушки, нахуй. Ах вы ж твари. Решили загрызть мою вышку, да. Кстати. О, теперь можно включить центральную станцию, пошевелиться, искатель. Так, нормально. Теперь можем купить. Так, это мы не будем брать. Мы будем вот этот автомат берем. Ага. Все нормально. Тихо, услышите где-то? Тут броню можно где-то купить? Скировочный костюм, транспорт. Так, тут хуйня происходит, я не понимаю, честно говоря. Нам, скорее всего, туда надо, да? Так, Wi-Fi, мы же на Wi-Fi шли, да? Все нормально. Я иду на Wi-Fi, мне интересно, что за Wi-Fi. Приключение канал связи через 26 секунд. Wi-Fi наверху, все нормально. Иду к Wi-Fi. Опа-на. Ладно, пора искать уже связи. А то я тут фармлю, блять, хуй знает сколько. Надо уже побить кого-нибудь. Тихо. Wi-Fi нашли, не? Внутри дед стреляет. Что такое? Транспорт чей-то. Пойдем в кого-нибудь замочим. Все, я уже не могу. Хочу драться. Ой, сейчас мне пиздец, кажется, да? А что, все что ли? Что так быстро? То есть я фармил часами, чтобы мне дали пиндюков? Не понял. При получении урона несколько светлячков выпало. Что-то там, короче, у меня выпало. Но я не сдох сразу же. Нормально, нормально. Я так понимаю, что с первого раза мы все-таки с вами не умираем, да? Нет, мы не умираем. Раз мы не сдохли с первого раза, это хорошо. Ух, нихуя себе. Нормально все. Сейчас пофармим с ваших вельцеватов. Нормально такая штука. Так, а если вот так стрелять? Пошел вон от моей пуколки. Я тут фармлю, между прочим, на секундочку. То есть в теории можно было бы не умирать, да? Обычный вольцефит, готовый сбор. 200, окей. Нормально. Так, еще надо мне, да? Там 114. Пошли их 114. 94, там 0,89 метров, нормально. Бля, что, весь смысл в том, чтобы пофармить, что ли? Серьезно? Пофармить, чтобы пиздюков пораздавать? Нормально, нормально. А сразу можно пиздюков раздавать? Не, ну фармить, кстати, прикольно. Я ничего против не говорю, прикольная штука. Опа-на. Побежали, побежали, смотри, пиздюки. Пошли, пошли, смотри, кто тут бежит. Давайте, я вас жду. Ну-ка, пацаны, давайте. А у вас гранатки нет, случайно? 305. За каждое убийство мне дают монетки. 306. Ой, еще бегут. Ух ты. Такие звуки прикольные, кстати. У них звуки вообще офигенные. Блядь.
ебаный, не стыд, нахуй. Может, мне надо было с ним друзьяшками стать? Шо вон от моего? Я тут фармлю годами. Годами фармил, значит, а ты решил... Так, 200. Давайте еще 200. Отлично. Так, что мне 200 дали? Что я могу еще купить? Снайперская винтовка. Детонатор. Может быть, мне надо было сразу детонатор фармить? Способности. Маскировочное устройство. Смотри, там чел бегает. Так, типа я на Е нажму, я стану невидимкой, да? Он меня сможет найти, интересно? Так, какая-то зарядка. Зарядка, интересно, что за зарядка? Пойдем зарядку посмотрим, он там меня достал. У меня такое ощущение, что здесь на этой поляне... все, до меня дошло. Короче, идут тайминги. Кто больше всех денег заберет, нафармит, короче, по ходу очков, да, тот ты выиграл игру. Либо ты сдохнешь нахер, сколько там, раза 3-4 можно, да? Я прав? Кредиты какие-то, кредиты подобрал. За что за говно тут пылится? Что? А, это говно меня может быть, я понял. Я чтобы подобрать. Подобрал. Что за такое? Что за грибы? Броню дают или что? Защику, может, дают, я не знаю. Блин, так можно на самом деле, может быть, просто можно было все сделать проще гораздо. Ой, какой водопад прикольный. Может быть, все можно было сделать гораздо проще. Может быть, нужно было взять просто машину и ездить фармить на ней. А то я тут парюсь, что-то бегаю, но... Пошел вон. Че, охерели, что ли, твари, а? Это, вообще-то... Ебать, там звук какой-то нехороший. А, это мою хуйню бьют, но... Интересно, а монстр становится сильнее от времени? Время от времени, чем дальше я тут дерусь. Эф, чтобы забрать. Забираю. Нормально. У меня теперь 566 контрактов, не дали кубков. На этот раз надо больше минералов, искатель. В смысле, больше минералов. Я вообще, между прочим, на секундочку убежал не к вам. Хотел посмотреть, что за энергетический барьер, может быть, я тут богатым стану, кто знает. Может быть, я давно хотел открыть себе электростанцию. Вот там кто-то бегает, ёпту мать. Начинать переключение канала. Не знаю, что тут произошло и куда я пришел. Что такое у нас? Терминал включения 03. Я что-то сделал не то, да? Это терминал включения. А как их включить? Кто знает? Может быть так. Может где-нибудь логика есть во всем этом? Так, может быть и нет логики, кто знает. Вон, пойдем, короче, на 106 пизду, короче. Пацаны, я пришел вас фармить. Здорово. Мне сказали, у вас здесь что-то есть. Не знаю, какие-то грибочки. Что-то я в грибочки собрал. Ты херню собрал? Там кристаллики есть. Кстати, я на себе месте написано. Осталось 7 человек, что ли, или что? Так, нормально, я готов, я готов. Ух ты. Куда ты пошла, сука? Ну, стоять, бля. Нормально. О, тут пацаны еще по мне стреляют. Нормально, нормально, не надо по мне стрелять, пожалуйста. Все нормально, все нормально. Я уверена. Все в порядке. Это так.
Все нормально. Так. Так. Осталось всякое говно. Ну там я еще не мог. Какая-то молния херачит. Давайте посмотрим, может что-то типа... Что там? А, там я сдох. Там я сдох. Типа осталось 5 минут. Посмотрим, что будет через 5 минут. Там... Можно пофармить, говорят. Ничего. Что это за штука? Пойдемте посмотрим, что это за штука. Может быть там... А, не пойдем. О, здорово. О, нихуя себе. Что здесь происходит? 24 доллара. Хуя себе, это босс какой-то, что ли? Мини-босс или что это? Или что это? Это типа монстры тяжелые какие-то. Ой, ебать, меня в нос стреливает. Он еще подхиливается. Че, мне кто-нибудь поможет? Нет, там молнии какие-то. They can fire, I need assistance. Бля. Летающий монстр сдох. Не, 75 долларов упали на пол. Ух ты. А эта штука рожает монстриков, что ли, лишь? Ваш костюм улучшен. У меня какой-то костюм улучшен. Я что, еще тут уровень, что ли, получаю? Я не понимаю. Ну-ка, давай сейчас расстреляем. Это вообще, может, мне что-то дадут. Защику, например. Здорово. Роди мне кого-нибудь. Матка. Короче, мне денег дали. Нормально, я прибежал, нормально. Почаще надо бегаться на такие места, да? Давайте что-нибудь купим. Раз у меня есть эта штука, давайте возьмем вот эту теперь что. Все, это... О, ёпту мать. С Новым годом, ну. Нормально. А это теперь у меня бомбочки есть? Неплохо, неплохо. Давайте посмотрим, что там. 17 метров. Восьмое место, осталось 3 минуты. Сейчас отвезем тебя домой. Шаттл прибудет через 60 секунд. Где шаттл, блядь? Я, конечно, понимаю, что тут вся хуйня начинается. Самое веселье. Куда бежать, лучше мне, блядь, скажите. Так. Переключаемся, нахуй. Бошим себя. Бомбочки, нахуй. Все, бежать пора, нахуй. Что-то мне подсказывает, что туда бежать. Эвакуация невозможна, зачистите платформу. Мально. Я же тебе подсказываю, что эвакуация там. Все, пошел туда, короче. Вы, конечно, молодцы, но тут каждый сам за себя. Эвакуация невозможна, зачистите какую-то хуйню. Угу. Ваш бур был уничтожен, да хуй с ним уже, с этим буром. Я аж просто бегу куда-то, на свет, на звук. Я уже просто бежим. Я уж всякое говно в руки взял. Так. Я, допустим, сюда. Так, осторожно, да? Шаттл прибывает. Давайте спрячемся куда-нибудь. Может быть, мы убежим? Че, успеем, не? Давайте попробуем успеть. Фу, я успел, ёпта. Прошел игру, блядь. Sword TV. Матч продолжается. Так, я эвакуировался. Что получается? Так, давайте таблица, таб нажмем.
Я еще на последнем месте, оказывается. Но я молодец, я старался, честно. Честно, я старался к QE перед игроком, да? Пацаны что-то бегают, ищут друг друга. А, они пытаются друг друга замочить. Неплохо, неплохо. Какой-то чел вообще катается на тачке. Прикольно, да? Всю игру фармил. Один из пиздюков получил, потому что сам пришел куда-то там. И теперь мы наблюдаем за челом. Все стреляют друг друга, кто-то ездит на чем-то. Что они вообще делают? Они же все уедут спокойно, в разное время только. О, кто-то даже сдох. У меня 55 кубков. Ничего себе. Я столько старался, столько фармил, у меня всего 55 кубков. Ну как так-то? Так нечестно. То что за... За нечестная штука, а? Скажите мне. Как вам игра? Понравилась? Хотя она бесплатна. Качайте, играйте, наслаждайтесь. В общем, как-то так. Странно. Очень странно. Ладно, сейчас вернемся на станцию. Поглядим, что там. Так, мне тут предлагают еще что-то в донте и что-то получите. Лучше не показывать, спасибо. Получить предметы за уровень, видимо. Здравствуйте, искатель. Ну, поняли. Купить. Не хотим покупать, хотим просто в лобби оказаться. В общем, как-то так оно все выглядит. Если вам нравится, качайте, играйте. В общем, всем счастья, здоровья, любви. Привет. Красотка. Ну там мужик. Ладно, всем счастья, здоровья, любви, всем пока-пока.